Мягков, Луна по обстоятельствам, а вообще Сатурн, вопрос. А Луна, ну, потому что он такой, как бы, мягкий, да, то есть он такой мямля. О детях заботится там вообще. Да, такой. А о сотрудниках заботится. Ну да, то есть он прям вот такой опекающий. Да. То есть опека. Да, одно из качеств такой опеки, причем он делает это, ну, как сказать, ну, как бы вот для детей он отец и мать. Получается. Поэтому у него, конечно, лунность есть такое присутствие, но ему вот очевидно недостает какой-то твердости, да, то есть такой мужественности в плане, ну, то есть только когда напьется или когда влюбится, получается, да, такой он решительный. То есть если сказать, что вот у него в недостатке, да, то есть мне кажется, в недостатке у него как раз вот... Ну, то есть он впрямую, как бы ему сложно впрямую конфликтовать. То есть он, ему нужно реально пройти какой-то путь. То есть он предпочитает вот как-то по-хитрому. В этом смысле, то есть видно, что в его персонаже Марс в недостатке. Вот. А в плане Солнца, то есть в плане проявления себя, да, то есть он себя ставит как бы на второе место. То есть он как бы действует, ему это... Кто там, Алиса Френдлих, говорит, ну, вы скажите, это так? Он говорит, нет, да, то есть он уходит от прямого ответа. Потом, когда она уже разуверилась в том, что он скажет там правду, уже поверила ему, он раз и говорит, да, что на самом деле было. Поэтому здесь такая, как сказать, солнце очень такое слабое, то есть не вполне харизматичен он, да, не вполне в я-позиции такой находится. Солнце слабое. Ну вот Луна, да, Луна у него как бы сильная, но вот как сказать, вот в социуме, да, то есть он такой, тот, кто, ну, кому придут, что-то, что-нибудь пожаловаться, он все это выслушает, вот такого типа человек. А он же сатурнянский тоже, ведь он же служит, добросовестно служит, он, ну, принимает все ограничения вот эти. Да, но это как бы такой внешний Сатурн, он принимает эти внешние ограничения. Ну, то есть вот жена там ушла, да, насколько я помню, оставив его с двумя детьми. И он это принимает, ограничения, но вот нельзя сказать, что он излучает Сатурн. То есть если брать, вот когда мы говорим об архетипах и от того, к чему мы хотим тянуться, чтобы это нас резонировало, то есть это не тот человек, который вызывает ощущение порядка, четкости, дисциплины. Он это имеет, но у него скорее ощущение мягкости. Он мягкий. То есть у него Луна в таком в избытке, наверное, даже в чем-то, а Марс в недостатке. Поэтому Сатурн, ну, какие-то вот базовые сатурнианские вещи есть, но я не могу сказать, что у него прям он такой создает ощущение, что мы видим Сатурн. Алиса Френдлих. Тут, конечно, определенно присутствует Сатурн, Венера в недостатке. Совершенно точно определили. Сатурн – порядок, логика, некие достижения, да, то есть и они как бы фактически закрыли вот этот... у него способности есть. Это что такое способность? Это значит, что у него Солнце есть. У него проявленное Солнце хорошее. И обратная сторона Солнца – это Сатурн, это определенные порядки. И она чувствовала, что ее ценят, ее продвигают по службе. И, соответственно, для подчиненных очень солнечный человек, если он такой сильный, он зачастую проявляется как Сатурн. Как бы такая вот тень получается. Поэтому Сатурн у нее очень так явно присутствует, порядок. И, конечно, Венера в недостатке, 100% это так. То есть, может быть, она решила, что она некрасивая, или, может быть, она решила, что она, ну, то есть, вот работа важнее, а потом вдруг она почувствовала, что вот эта часть ее, ну, как бы, природы, она дает о себе знать. Поэтому совершенно верное определение. Соответственно, если вы терапевтируете или вы в себе такие вещи находите, соответственно, абсолютно верно, что важны и сапожки, и платьишко, чтобы потихоньку вот это смягчался Сатурн. Полностью из природы он не может уйти, потому что я говорю, что это Сатурн – это такое проявление
Солнце, солнце, что означает солнце? Это определенных, вот ей это интересно, ей интересна работа такая. Там есть у меня знакомый, который, допустим, финансист. Вот она занимается, ну там, не потому что вот как бы ей надо, и она вынуждена, потому что ей нравится. И она там работает, как-то консалтинг финансовым занимается, там аудит проводит. Просто по природе. Причем это было ну, практически с юности, да, то есть ее это интересовало. То есть это солнце, то есть это вот этот интерес, ну, как бы талант, он имеет лунную природу, но когда проявляем, то есть проявляется через вот, как бы, через, ну, характер, то есть через солнечное «я», то есть я хочу. Ну, потом будем разбирать про забаву, не хочу, не буду, потом клип. Вот. Немоляева, ущербная Венера. Ну да, то есть не ущербная, то есть недостатки. Женщина обижена, причем здесь еще поражено не просто Венера, но и как бы Солнце. То есть Солнце, то есть я, уязвлено. То есть человек уязвлен, потому что это в самое сердце, да. То есть рана, лунная рана по Луне также. То есть и по Солнцу. То есть ну, такой комплекс Венера, Луна, Солнце. Вот. То есть лунная у нее, в принципе, хорошая такая природа. Ну, вот Венера, ну, как бы в сам момент вот этой боли, да, поражены все три планеты. Если бы не какое-то вот это вот поражение от Басилашвили, то, в принципе, нормальные балансированные планеты. Ну, то есть Венера, Луна нормальная была до вот этой ситуации. С Басилашвили. Басилашвили, Юпитер, злобный Марс. А Басилашвили здесь скорее ну, такое солнце, на мой взгляд. И ну, карьерист, да, так можно назвать. То есть человек, который, опять же, почему-то, с другой стороны, прямо не дает сказать, что, слушай, хотя он вроде бы говорил, да, что... Типа, не пиши мне, пожалуйста, давай не приставай. Ну, то есть для него важнее вот это вот солнечное. Ну, как бы карьера, проявление, социальные связи, да, то есть вот это вот рост карьерный, проявление. Вот. Он как бы со всеми вроде бы дружит, да, то есть у него Меркурий, в принципе, неплохой. А Юпитер бы, он бы был, если бы он давал какое-то видение или давал какое-то другому человеку пространство для самореализации. Мы, когда общаемся с юпитерианцами или у человека сильный Юпитер, мы чувствуем, что в нас начинают просто расти все силы наши, наши способности, наши таланты начинают раскрываться. Это признак хорошего Юпитера в другом человеке. Басилашвили, ну, такой, ну, типа, легкий такие, ничем не обязывающий. То есть он что-то там достал, да, какие-то там из-за границы что-то, ну, то есть меркурианская такая вот, у него есть способности, ну, Юпитера я как такового не вижу. Может быть, вы видите и как-то... Ну, почему вы Юпитер предположили? Наверное, актер сам по себе. Не его роль. А, ну сам Басилашвили, да, он достаточно мудрый человек, конечно. Да, верно. Злобный Марс, ну, не знаю, то есть я не вижу в нем Марса. То есть Марс, он бы, он силой бы проявил, а он сделал, он как бы через других, да, то есть через эту профсоюзную тетеньку, да. То есть это Меркурий, скорее Меркурий, причем такой вот, он повернулся Меркурий каким-то лицом не вполне красивым. А вы можете мне перебивать, если вдруг у вас что-то есть идеи, вы можете говорить. Так, Ахеджакова, Меркурий, Юпитер. Ахеджакова. Знаете, как вспоминаешь ее, да, прекрасная, одна из, наверное, лучших ее ролей. Ахеджакова, Меркурий, очевидно. У нее есть способности к коммуникации, разговору, трендению. Какое-то проявление Венеры есть в плане, вот она любит красивое, то есть она любит элегантное, она все в теме, там, что где, что продается, где. И она учит эту Френдлих в этом фильме, как нужно ходить, помните? Походка плавная от бедра. Вот, это классно. Юпитер, ну, опять же, Юпитер, опять же, это человек, который либо среду создает для роста. В принципе,
она поддержала вот эту, то есть проявила юпитерианскую поддержку. То есть это было, ну, как бы не конкуренция, это именно была поддержка. Вот. Поэтому, ну, может быть, такой в этом контексте Юпитер, ну, побольше это меркурианец, то есть человек-меркурий. Вот. Ну, с Венерой, я бы так назвал.